клетку. И какая игрушка нам попадется, такую игрушку мы будем распаковывать. Да, сегодня много сюрпризов вас ожидает. И посмотрите, сколько интересных игрушек здесь на нашей рулетке. У нас почти здесь все новое, кроме лос. У нас здесь есть... У нас здесь тут Squish Delish, еще одни. Потом Smashy Smash... нет, Smushy Mushy. Cake Pop Cubes. Нам-нам. И еще одни нам. Итак, мы начинаем нашу рулетку с сюрпризами. И кто же будет крутить первый? Аня. Аня, давай, Аня, желаю тебе удачи. Нам-нам! Нам-нам! Ане попался нам-намс. Что это такое? О-о-о-о. Показывай, давай. Показывай. Вот он, нам-намс. Как правильно говорить? Ном-номс? Да. Или нам-намс? Нам-номс, да? Итак, Анюта, разворачивай свой подарок. Что это такое интересное? А, там либо бальзам, либо лак для ногтей и еще игрушка. А, это бальзам. Ну-ка, открывай. Смотри, давай вытаскивай эту штучку. Давай, опа. Нет, Аня, тебе попался лак для ногтей. Итак, нам-номс оказались какие-то штучки для девочек. Ну, в частности, это лак для ногтей. Вот в такой рубашечке этот лак. Какой цвет? А вот это вот еще... Сиреневый. Она пахнет голубикой. Ну что ж, поздравляю с первым подарком. И мы двигаемся дальше. Дальше будет крутить рулетку Маша. Ну что ж, мы продолжаем нашу рулетку с сюрпризами. Аня радуется своему лаку для ногтей. И следующая крутит Маша, что ей попадется. Новые сюрпризы Кейк-поп Кьютс. Кейк-поп Кьют. Я открываю. Сквиш! Смотрите. О, маленький сквиш попался. Ну-ка, что кто тут это какая-то у нас? Штучка? Ну-ка, давайте позвольте, я не пойму, для чего вот это вот. Ой, тут мог юникорн попасться. Но мне попалась... О, это мистери, что ли, фигурка? А, нет. Аня, ты можешь пока пожмякать. Только я не понимаю, зачем вот это. Ну, это ее еда. Да. Улиткина еда. Тебе попалась улитка, да? Да, вот такая. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Еще один сквиш. В коллекцию. Теперь крутит рулетку Аня. И мы продолжаем наш супер-челлендж. И Анюта крутит следующий. Раз. Что же ей попадется? Та-да-да-дам. О! Это у нас тоже нам-нам, но чуть-чуть другая серия. Давайте посмотрим. О, вот такая чашечка. Покажи всем зрителям, чтобы все увидели. Да, 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 да. Очень интересно. Сейчас покажем поближе, что же там внутри. Сколько тут пакетиков? Давай, доставай. Сколько пакетиков? Ничего себе, так много. Ничего себе. Ничего себе. Вот так вот выглядит этот нам-номс, но другая уже серия. Аня сегодня прям на... Вот, Аня, смотри, этот бренд везет. И вот в первом пакетике оказалась такая ложечка, и судя по инструкции, этой ложкой нужно будет потом кушать, да? Да. Ну, по-настоящему. Ну, тут, знаете, пакетики, они мягкие. Давайте открывайте другие пакетики, что же там внутри? Итак, Аня уже распаковала два мелких пакетика, тут оказались вот такие смешные, не знаю даже, как их назвать. Котик какой-то. Там какие-то зайчики. Зайчик. Этот какой-то зайчик там такой квадратный с дыркой. Твои. Что там еще есть? О. Давай, Аня. Печеньки. Это у нас две какие-то, как типа печеньки, что ли. Ага. Зайчик с кошечкой.
итоге у нас получается такая прикольная компашка. Непонятно кого, то ли это мороженки, то ли животные, то ли публики, то ли котята. В общем, вы сами все видите. Ананасик, как будто бы, или пироженка, непонятно. И вот все наши герои готовы нырнуть в бассейн с водой. Давайте закидываем их в эту банку. Потом что интересно водой. Получится. Вот они, наши друзья, уже в баночке. Они готовы принять ванну. Давайте воду наливаем. И засовываем вот эту ложку. Что же получается? О, видите, смотрите. В этой ложке оказалась бомбочка для ванны. Она что-то теперь медленно. помешайте этой ложкой. Ну что ж, вот так вот выглядит теперь этот бассейн с водой. Я не знаю, что с ними дальше делать. Может быть, их можно есть? Вряд ли, да? Да. Ну вот такая получилась игрушка у нас. Прикольно. Вот такой вот snackables num-nums. Теперь буду крутить рулетку я. Да, следующая крутит Маша. И мы продолжаем наш челлендж «Колесо сюрпризов». И Аня у нас продолжает купать этих странных товарищей в маленьком бассейне, а Маша крутит рулетку. О-о-о! Лол, да? Да, больше на лол. Лол конфетти поп. Итак, лол пригодился к Марии, и мы начинаем его открывать. Итак, у нас эта кукла есть. Ну, просто у вас очень много кукол. Кукол лол, конечно. 37-я. Такая же. Ну что ж, конфетти-поп мы готовы сейчас взорвать, да, но мы так понимаем, что там кукла, которая уже есть у девчонок. Но, тем не менее, это же всегда интересно взрывать конфетти-поп. 3, 2, 1. Ничего себе! Да, в этот раз взрыв был сильный. Эта девочка уже есть в нашей коллекции, а Аня, потерявшая интерес к лолу, который у нас есть, красит ногти с помощью подарка, который она вытащила. Одеваем куклу и продолжаем крутить рулетку из сюрпризов. Наш супер-челлендж продолжается, и следующий приз выкручивает тебе Аня! Лоу-пэтс, интересно, что это будет за питомец у нас сегодня? И мы начинаем вскрывать его. Банихан называется она. И вот это, такой питомец был в нашем шарике LOL Surprise Pets. Продолжается наш челлендж, и мы уже распаковали достаточно много игрушек, но недостаточно для того, чтобы завершить сегодняшний челлендж. И Маша открутит следующее. Голубой фон попал, да, и что это? Муши-сквуши? Нет, это сквиш-делиш. А, сквиш-делиш. Ну что ж, давайте посмотрим, что это. У-ху! Ой, какие они сквиш-делиш. Ну давайте распаковывать. Вот такой сквиш-делиш я открываю. Ой, смотрите, зуб. А, это зуб. Ну-ка дай на него посмотреть.
О, какой прикольный, веселенький сквиш зуб. Ну здорово. Итак, в коллекции сквиши у нас пополнение. Я кручу. Аня крутит. Мы продолжаем челлендж. О! Наконец-то новенький. Как это называется штучка? Это называется смуши-муши. Смуши-муши. Посмотрим, что там внутри. Это просто открывается. И что там внутри? И вот внутри оказался еще один такой стаканчик. А в нем цепочки две. Оранжевая и фиолетовая. Аня. Ой, снова сквиш. Да, кто это? Я не пойму, не увижу. Это какой-то мишка или кто это, зайчик? Аня, давай открывай еще один пакетик. Осталось. Но там пакетик с вопросиком. Чего? Итак, что в этом пакетике с вопросиком? О, судя по всему, это манго. Манго для нашего маленького, мягенького, непонятно кого. Я кручу рулетку. О. Опять сквиш делиш. Сквиш делиш. Только надо, чтобы не повторка, но мне опять зуб попался. Да, надеюсь, что здесь не будет так много повторок. Нет, не повторка. Смотрите, какая кошечка модная. А, это модная розовая кошечка. Мягкая. Да. Теперь крутит Аня. Быстро очень открыть. Сквиш делиш! Сколько теперь розовый? Сквиш делиш розовый! Лови! Да, держи! Тут они как-то более милашные смотрятся, и тут больше такие сладости. Давай, открывай, интересно, какой тебе сквиш. Давай, открывай. Давай, вытаскивай. Кто там? Мороженка! Мороженка? Птичка на птичку похожа, да? Да, класс. Теперь я кручу рулетку. У нас тут вот это смуши-муши. Ой, по другой, смотрите. Вы вместе открываете? Да, но только нужно сначала разобраться, как он открывается. Баночки тоже цепочки. Такие цепочки, чтобы вешать, видимо, эти сквиш. Ой, смотри, так что, кабан? А, это скунс, кабан. А у него пончик, чтобы не понятно. Да, прикольный скунс. Давай, Аня, открывай пакетик с вопросом. Да. Что это? Пироженка? Да. Капкейк. Ну что ж, вот такие сквиши нам попались в этой упаковке. Очень милые. Да? И есть цепочки, кстати, их можно прикрепить и носить как брелоки, да, на рюкзаках, например. Или на ключах. Ну что ж, сегодня у нас такой сумасшедший челлендж, как вы могли заметить, и куча игрушек сегодня уже получили наши девчонки. И что же попадется теперь Ане? Посмотрим. Ага. Снэкэбл. Чуть-чуть другая упаковка, покажите. Так, Аня, открывай. Так, что мы там можем найти? Какой-то йогурт, типа. Типа йогурта? Такая упаковка, типа йогурта, да? Давай, пакетики достанем. Один. Вот, тут два пакетика. Какая? Давай, открывай. Это что, слайм? Тут слайм! Слайм? Или это не слайм? Это слайм, подожди, это лизун. Да! Это лизун попался. Подожди, тут что-то. Слушай, какой у него прикольный цвет. Смотрите, вот. Ой, что так виноградом пахнет вкусно.
Ой, оно какое скилистое. В лизуне что-то спрятано, что ли? Да, какая-то печенька, что ли. А, я вся в лизуне. Вот такая печенька была спрятана в лизуне. Нет? Ну-ка, дай посмотреть, Мария. Какой? Угу. Какой у него необычный цвет. Да. Аня, давай теперь открывай пакетики. О, они должны менять цвет. Или сосиски, вот что это? И еще один вскрываем пакет. Да, ну и в третьем пакетике у нас оказалось кто? А свинья. Или корова. Кто это? В общем, непонятно. Свинья уже разобралась. Так. Аня, подожди. Что же с этим добром всем делать? Тут написано, что типа вот сюда мы заливаем слайм и кладем туда вот эту палку. Да. Я не знаю зачем. А сюда мы засыпаем вот эту и вот эту печеньку и все. Вот и все. Итак, согласно инструкции, нужно всех этих наших товарищей поместить в морозилку на 15 минут. И вот эта вот штучка, которая в слайме, она должна поменять цвет. Ну что, посмотрим, отправляем в холодильник. Я кручу рулетку. Аня, ты делай, тебе же тяжело рулеткой по лицу залезет. Тоже мне там попадается. Ага. Вы ждали, да, Боже? Да. Ловлю! Итак, что же в этом пакетике в этот раз попадется? Интересно посмотреть. Новенький. О, смотрите, какой крутой. Лук это. Это не лук. Кажется, это какая-то кактус, да, это? Точно, это цветок. А у меня в горшке. Теперь Аня крутит. О, что это попалось? Это K-pop cutes. K-pop cutes. Вот тут вот микрофон. Дракон какой-то. Ой. У нас такой быга. Да, у нас такая есть желейка. Вот такой дракончик нам попался. И еще ему съедобная штучка. Какая-то желейка. Я кручу рулетку последний раз. Это финал, да. Сегодня было скрыто достаточно игрушек. О, Snackable. Это еще Маша не вскрывала. Смотрите, так как у нас больше вот таких кругленьких не осталось, мы решили открыть вот такую еще одну. Квадратненький. Да. Прямоугольненький. Оп, открываем. Так, это слайм наш. Слайм. Я его... Сейчас, Аня, подожди. Я его сама открою. Я пока открою слайм. Итак, слайм уже почти открыт наполовину. О, розовый. Розовый он, да, в этот раз попался? Ну, это красный. Ну, красный. Так вот такой классный розовый, красный или алый, да, можно даже сказать. Слайм попался, а кто там внутри сидит? Обезьяна. Мама, фу, чего так пахнет? Ну-ка. Такая обезьянка. Угу, вот она такая обезьянка, а вот слайм красный. А в пакете-то что? Мы так и не поняли, что там в пакете. Аня скрывала, скрывала. Ага, и вот первые пакеты открылись. Что это? Жираф какой-то. Жираф, да. Ну, мы знаем, что с ним делать. А это что? Печенька, она не открывается. Такая, смотрите. Красивая. Да, печенька. Итак, отправляется все в контейнер. Слайм идет в свою ячейку. Туда же втыкается этот маленький жираф. Дай, пожалуйста, мою. Опускаются вот эти вот сквиши и отправляются в морозилку. Ну что ж, вот столько игрушек мы уже распаковали сегодня. Это было круто, по-моему. Ну и пришла пора прощаться. Правда, у нас есть одна маленькая новость, маленькое объявление. У Марии появилась своя страничка в Инстаграме, да, Маша? Да. В моем Инстаграме куча новостей из мира звезд, даже из звезд-блогеров. Да-да, внизу ссылочка. Так да. Что подписывайтесь. Ну и... Поставьте лайки и подпишитесь на наш канал. Пока-пока! Пока! Пока! Ставьте лайки и подписывайтесь.
жизнь.